Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Никаких торжественных фанфар и аплодисментов. В момент, когда на мосте на Красоувал сорвали накидку с баннера, вокруг царила тишина. Тишина с особым укором в адрес местных властей, которые долгие годы не предпринимают никаких действий по ремонту проезда над рекой. Обращения были тут многочисленные уже несколько лет, жалобы писали и пытались обратить внимание и правительства, и прокуратуры, и прочих ведомств. И, как видите, все безрезультатно. Они обещают, ссылаются, что денег нету. И так с каждым годом все вопросы откладываются и, видимо, ждут, когда, как говорится, гром грянет. То есть кто-нибудь погибнет, или машина упадет вниз, или мост обвалится, или еще какая-то беда случится, как это бывает. Надпись на баннере гласит: «Мост имени главы администрации городского округа Городнефтекамск Рашита Давлетова». По словам активистов, таким образом они хотели намекнуть, деятельность Рашита Давлетова такая же ветхая, как и этот мост. Инициативу активистов поддержали и садоводы с Красоувала. Их, кстати, числится более 800 человек. Все они уже долгое время привлекают внимание властей к состоянию конструкции над рекой, но пока без толку. Вот мы сами себя прокормим, детям помогаем, понимаете, нет? А пенсионерам что делать? Там сидеть, пьянствовать, вон там сидят, около рынка много. Его бы сюда пустить, жить. И чтобы шлагбаум поставить, чтобы сидел, деньги собирал сюда, на ремонт моста, раз у него денег нету. Отметим, что подобные акции уже устраивали в крупных городах. К примеру, пару лет назад в Екатеринбурге на дорожных ямах рисовали лица чиновников, а после присваивали дорожному покрытию имена тех же лиц. Тогда акция помогла и дороги отремонтировали. Но вот реконструирует ли мост возле Красоувала, покажет только время. Лариса Миронова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей».